Я слышу, что вас окружают опять, да, братан? Хуй, вступаем тут, хуй, через день, ни логистики, ничего нету, укроп и ебашу, а сколько километров? Ну, уже, короче, километров 15 отдали немцам, ну, я знаю, что вас окружают оттуда, со стороны Днепра, но... А что, это, такая тактика, что ли, нихуя, понимаю, почему так-то, блядь? Весь фронт назад отступает, нахуй, похудает, почему так-то, блядь? Арта, там, авиация и... А у нас еще нету ни арты, ни авиации, что ли? Я чуть-чуть не понимаю. Ну, есть, мало, не хватает у нас. На север в Донецке, хуй, наступает. Здесь у вас наступает, что за хуй? Ну, хуй, знаешь, сами в шоке, нахуй. Не жру, не жрём, не моемся, не хуемся, ебать, вот, лесополка, как бичи, сегодня за ночь два раза позиции не меняли, ебать, громопаты, ебаные, то как крот рыть, успеваешь. Тебе когда заканчивается? У меня 22 октября. Но... Ну, на 5 ноября, значит, здесь будешь уже, в Иркутске. Так, так может, и не успею. Не говори. Но... Саня, но вас в кольцо-то не возьмут, нет? Нормально все будет? Хуй знает, что у нас, уже 3 раза, но мы успевали откатываться. Мы постоянно в пупе остаемся. У нас что, не хватает вооружения, техники, да, людей, да? Но арта, задал приводит, укроповская. А у нас еще нету ни хуй, что ли? Куда видишь, недостаточно, видимо, если бы нам не дают башки поднять, они хуй это всего, танки, граны, ураганы, самолеты, вертолеты, минометы, гаубицы, со всего ебать. Гаубицы, у них ебать, такие пол лесополки подлетают, нахуй. Тут хуй, урод, а дверцы пулеметы бросают, нахуй, все ебают, нахуй, такие посылки. Кто, сами? Наши кто? Наши, и бросают, и ебаются, да? Бегут, конечно, нахуй. По всему фронту,